Доброго времени суток всем, с вами канал Артмания. И сегодня у нас видеообзор на вот такую вот вафельку Микаэль. Три вкуса, три разных вида. Вот орех, фундук, горячий шоколад и сливочный пломбир. Продавались они в фикс-прайсе за 55 рублей. Так, 250 грамм здесь, с этой стороны точно так же. Все фотографии, что как там, все оберточки будут в конце ролика. Давайте ее откроем и посмотрим, что же у нас там внутри. Так, здесь вот они красивые такие. Да? Красивые такие они здесь. Сейчас узнаем, что у нас внутри. Тарелочка. Ой, ой, батюшки мой. Какой кошмар. Батюшки, а тут-то внутри, блин. Кошмар. Внутри. Ну, как всегда, в принципе. Это положу оберточку. Мы с вами сравним. Здесь такие все аккуратные, красивые. В принципе, можно сделать аккуратно, красиво. Не знаю, то ли они вот ехали так. Что вот прям, не знаю, кошмар. Совершенно не соответствует тому, что на картинке. Все побитое какое-то, как будто какие-то остатки похожи. Как будто это где-то валялось, непонятно где. Давайте, наверное, с вами их посчитаем, сравним, сколько у нас каких. Столешница у меня чистенькая, поэтому я вот разложу вот так вот сейчас в ряд. О, Господи. Заодно вы посмотрите, как они выглядят. В принципе, бывают вафли и красивее выглядят. Здесь вообще вот тоненькая по сравнению вот. Видите? Не хватает. А, ну, видимо, вот она разломилась. Не знаю даже. А, ну, вот, видимо, ее вторая часть. Положим ее сюда. Так. Как бы нам делать, чтобы вам было видно. Белых тут явно больше. Тут вот какие-то остаточки. А, из таких кругленьких тут всего две. Как ни странно. Мне, на самом деле, мне хотелось очень сильно именно вот эти кругленькие. Я купила ради них. Но тут на упаковке нарисовано 5, а в итоге их всего 2. Белых больше. Вот. Ну и темненькие. Видимо, вот это вот. Видно вам. Вот это вот остаточки, видимо, вот от каждых. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тут 9. Так, ну и тут 2. А у меня вот в этом наборе 23 штуки. Не знаю, вот кто покупал. Напишите комментарий внизу, что вообще было в упаковке у вас. Было ли у вас такое же безобразие, как у меня? Ну, честно, это безобразие. Вроде там и был и воздух, и она была надута, но такое, конечно, я думала, можно такое подарить, в принципе, но нет, такое не подаришь, я бы не подарила, честно говоря. Такое безобразие. Человек сначала может обрадуется, а когда вскроет, уже не будет так рад. Но если бы было чуть-чуть, ну, пару штучек, но ну, они все абсолютно обцапанные какие-то. Ну, давайте попробуем. Попробуем, наверное, вот эту маленькую. А вкусная. Наверное, вот эта вот как раз сливочная.
сливочный пломбир. Такое шоколадное. А это, наверное, с фундуком. Вот эти вот. Вкусное. Но некрасиво, совсем некрасиво. Вот. Обязательно пишите в комментариях, какие были у вас, мне интересно, потому что второй раз покупать я точно не буду. Вот, а там была, кстати, полка полная, никто даже не брал, видимо, уже многие поошибались. Всем спасибо за просмотр, с вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии. И всем пока-пока.